Вовка, с нами Вадим. Берет, да. Это что, русская версия? Элис, да, русская версия. Слушай, с нами Вовка, с нами Вадим. Я не знала, что есть русская. Да, русская. С нами Вовка, с нами Вадим, окинуться всей компанией хотим. Гитару взяли мы с собой, чтоб песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп, его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал, а пойдемте, Кейс. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы с такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит. И знает совершенство английский и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Юра, с нами Борис. Они когда напьются, всегда поют на бис. А мы в аплодируем, вот песни давно приелись. Но им попробуй что-то возразить, мордой по асфальту опять начнут возить. Да ну и всех, давайте лучше к Элис. Что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы с такой компанией возьмем, да и приврёмся к Элис. Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит, и знает совершенство английский и иврит. Но мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Шурик, с нами Сергей, он отличный парень, несмотря на то, что гей. Да и Боря с Колей тоже как-то странно оделся. А то, что будет завтра, это просто труба. Это не любовь, это порно борьба. Но это все потом. А давай сейчас положалуй к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы с такой компанией возьмем да и припремся к Элис. Элис, кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит, и лечит паранойю, ойзы и простатит. Ну а мы с такими розами возьмем да и припремся к Элис. И все, кто с ней был, говорил, что она просто прелесть. Забавно. А вот эту-то можешь?